Добрый день. Я представляю компанию Fuchs Oil. Это российское дочернее предприятие немецкого концерна Fuchs. Наш концерн Fuchs является одним из лидеров по производству закалочных сред, смазочных охлаждающих жидкостей, также смазок для штамповки и прессов. Вот. Компания является одним из лидеров по производству индустриальных смазочных материалов в целом. У нас более 11 тысяч наименований. Притом мы можем закрыть потребности практически любого производства на 100%. Вот. Что касается выставки. Выставка нас очень порадовала. От термообработки она, по большому счету, по площади занимает небольшое место, и мы не ожидали такого количества посетителей. Выставка прошла очень насыщенно, очень интересно. Причем здесь присутствовала именно целевая аудитория, которая задавала именно те вопросы, которые должна задавать. И мы заложили здесь хороший потенциал по развитию именно... по развитию продаж закалочных сред и закалочных полимеров здесь. Я так считаю, по крайней мере, и очень на это надеюсь. Потому что было очень много очень интересных контактов с хорошим потенциалом. И здесь, по сути, представлена была вся Россия. К сожалению, наверное, с Дальнего Востока не так много приехало сюда людей, но очень хорошо присутствовал Урал, что нас удивило. Потому что еще год назад на этой выставке в основном это была Центральная Россия и Московская область. А в этом году очень хорошо присутствовал Урал и Юг России, что нас тоже очень порадовало и приятно удивило.